Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова и мой канал о заработке в интернете. Вчера я зашла в новый проект без вложений, StarWay, это букс такой, с плюшками-то, конечно, но хочу проверить его на вывод. Значит, у меня сейчас на балансе 20 рублей. Вот. Ну что, вот серфинг я уже сегодня просмотрела. Ну вот еще уже один еще появился. Так, секундочку. Так, вип-серфинг тоже просмотрела. Так, что я здесь делала? Я вот в Денькопад закинула 50 рублей. У меня вот в предыдущем видео показано про этот ценопад. Денькопад, вернее. Здесь можно все ознакомиться и почитать. Так, далее. Потом еще здесь есть плюшки. Какие акции проекте можно покупать. Это по желанию все. Я купила одну акцию. И она мне приносит 31 дивидендов в час. Значит, у меня одна акция куплена. Давайте я продам эти акции. Так. Так, в сутки 0,74 прибыль. В месяц. Так, ну что. Значит, здесь с акцией идет 1% на покупки и 99% на вывод. Значит, снять дивиденд. Так, 20.18 у меня. Сейчас посмотрим, сколько будет. Так, собрано 428. 20.60 у меня стало. Значит, возвращаюсь в мой профиль. Что на покупке ничего не капнуло. Ну да ладно, мне это и не надо. Так, ну что, теперь здесь вкладочка пополнить, это выплата. И прежде чем выводить, не забудьте, пожалуйста, в настройках указывать Payeer кошелек, указать и платежный пароль. У меня все уже указано, но тут осталось только сменить пароль, если надо будет. Значит, нажимаю выплата. Так, значит, выплата. Ага, надо кошелек вписывать. Так. Сейчас впишем кошелек. Так. И что? Сумма для вывода минимум 1 рублей на вывод. Так. Значит, сумма, пишем, 20 рублей у меня. Так. И платежный пароль. Нажимаю. Я еще ничего не выводила. Заказать выплату. Так, деньги успешно выплачены. Так. Так. Переходим на почту. И открываю. И, пожалуйста, 1981. Комментарий, выплата пользователю. Мой логин с проекта SEO Books. Почему-то так. SEO Books. Вот. А здесь StarWay. Название. Комментарий другой. Ну да ладно. Главное, что платит. Ну, в принципе, все. Проект платит. Я довольна. Кому интересно, присоединяйтесь здесь без вложений. Серфинг. VIP-серфинг это для проплаченных, кто проплатится. Можно от Денькопад, есть такая фишка, вот у них прочтете это все по, это по желанию. Но здесь надо 50 рублей проплачивать. У меня как-то был в прошлом году такой проект наподобие. Долго отработал, в районе года до. Ну да. Вот. Так, Денькопад. И еще здесь, ну и акции. Это тоже по желанию. Здесь самая дешевая акция 10 рублей.
Здесь 6 дивидендов в час. Ну и там по нарастающей посмотрите. На этом, в принципе, все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.